Присоединяемся к команде. Так. Вот. Так, я зашел. Я вижу. Кого это? Сейчас. А, давай приветствие. Всем привет, с вами лорд Альтаир и... И Джек Повелитель Хаоса. Ага, монстр. А, то есть, стоп. Так. Так, ты сейчас свое сказал, сейчас я говорю. Сейчас свою запись начинаю. Угу. Всем привет, ребята, и с вами Джек Повелитель Хаоса и... Лорд Альтаир. Похлопаем нам, пожалуйста, потому что мы сегодня играем по сети. Ага. Как вы поняли, уже будет жесткая и интересная битва. Надеюсь, я не разучился управлять монстром за это время. Так. Да я, наверное, тоже как бы не разучился. Ой, а, вот. Так, все в порядке. Ты штурмовика взял? Да, сейчас. А, так. Что-то не так с охотой, сейчас. Сейчас, подожди-ка, сейчас. Так, монстр. Я жду, я ничего не тороплю. Сейчас. Лидер команды вышел, теперь вы. Сейчас ошибка какая-то, сейчас. Охота. Охота. Сейчас, что-то не так. Может, я тебя приглашу? Нет, сейчас проблема с Волвой. После того, как разработчики просто на игру забили. А вот, вроде бы аркада надо было взять. Вот. Сейчас приму. Ребята, вы поймите, технические палатки всегда есть. Это даже Evolve, игра, на которую разработчики забили. Да, поэтому тут есть такие проблемы. Надеюсь, мы найдем каких-нибудь игроков в ближайшее время. Да, что-то... А ты вот играл в Evolve, там, где игроки нашлись? Да, я играл. Всех игроков находил. И играл с ними. Так, здесь игра подтормаживать не будет с записью видео. А, качество настройки среднее, так что должно потянуть. О, я игрок. Сам не знаю. Игрок нашелся. Ну да, один. Я, наверное, не знаю, как видео, но я все-таки убавлю немного музыку. Угу. Мне что-то ее не хочется слушать. Так, какого. Пока подумаю, какого монстра взять. Голиафы две штуки, два кракена, призрак, бегемот. Ты сейчас ничего не говори, ты сейчас ничего не говори. А. Ты держи интригу. Хорошо. Чтоб я не ожидал и зрители не ожидали. Ага. Потом я потом сыграю за монстра, и ты будешь не ожидать. Угу. Я против тебя лучше буду поддержкой, потому что за поддержку у меня более всего прокачанный чувак. Угу. Да и любимый у меня персонаж. Кстати, если кто не знает, у меня 35 уровень, то есть левел, а у него... 56. Да. То есть он в игру больше меня играет, потому что я свою игру эту забросил. Так, плюс у меня еще монстры прокачанные. Да-да. Да, хвастайся, ори на всю улицу. Так, у меня, знаешь, одна проблема? Какая? У меня на всех есть по персонажу, а вот на траппера только один. Понимаешь, в этом и есть проблема. А покупать я его не вижу смысла. Потому что траппер как бы ничего такого сильно не делает. Тут персонажи вроде бы каждую неделю обновляются. Новый дается бесплатный, если у тебя его нету. Ну, как бы, у меня есть. У меня тут почти... У меня открыты все монстры и почти все охотники. У меня недоступно только один... 5 охотников из всех. А ну-ка напомни, получить бесплатно одного из этих, как их? Охотник? Она же... А! Да. Каждую неделю обновляется. И каждую неделю там может быть один доступен новый. Один. Для каждого класса. Монстр или охотник? Ясно.
Что-то долго ищем двоих игроков. Да. Когда я играл в эту игру вроде позавчера, вообще народу так много было, что за 5 секунд уже находились все игроки. Я пока тут подумаю, может прокачать что-нибудь. Слышь, качатель ты. Вообще ваш взял, да? 50-й левел против 35-го. Вот это честность, ё-моё. Еще прокачивать он там собрался. У тебя сколько там вообще вот этих монет таких на К? Сейчас 602, потому что я давно сюда не заходил. Сейчас. А у меня 6711. А что, только втроём играем? Ну, еще бот будет. Ну, давай. Два бота. Давай что-то поинтереснее. Может, голосуем за пропуск карты? Давай. Так. А я не успел. Ладно. Как таймер начался, уже все прошло. Так, ну я уже беру себе. Так, ну, я думаю. Для этой карты. Вот этот. Я уже все. Ага. Я думаю, я увижу, какой у тебя монстр, а ты увидишь, какой у меня персонаж. Жалко, конечно, с ботами неинтересно играть. Они быстро сливаются, к сожалению. Поэтому неудивительно будет, если ты еще и выиграешь. Потому что у нас хоть медик реальный человек, а все остальные там штурмовик и траппер, это боты, это ужас. Чё ты там улучшаешь, да? Сейчас выбираю, тут уже надо бонусы выбирать. Эх ты ж, бонус выбирает он там. Давай быстрее выбирай. Я тут один пока что сижу, смотрю, пустые вкладки, только я. Давай, наконец-то. Давайте узнаем уже, что у него за монстр. Обещаю самого мощного для этой карты. А-а-а, у нас два бота, вообще честность. К тому же... Давай. Монстр прокачан у меня на 36 уровень. Половина. Максимальный уровень 40. А у меня на 36. Да ты вообще борзел. Давай быстрее. Да, тут ждем. Чего ждем? Я вот смотрю на... Я таймер. Кроме своего персонажа. Таймер идет. А ты хочешь сразу, да? Типа нажать готов, да? И я не успел увидеть, да? Кстати, медик тоже что-то не выбрал. Нет, как раз он выбирает. 4, 3, 2, 1, 0. Ах ты ж! Самый ловкий монстр. 36... Ты его еще и прокачал так. Ну да. 36 уровень из 40. Да ты гад! Я ненавижу этого монстра из-за того, что он себе клоны делает, и он, блин, идет атаковать. Не бойся. А ты спокойно сваливаешь оттуда. Не бойся, он изменен. Разработчики его подправили, так что теперь клон по-другому работает. Мне еще боты таких, блин, простых взяли. Ничего, я постараюсь быть более добрым. Более умиротворенным. Ага. Я не буду пользоваться. Этот медленный шаг, чтобы заметать следы, это я не буду делать. Ну, как бы, это небольшая разница. Кстати, что ты скажешь насчет персонажа, которого я выбрал? Так, забыл, какой у тебя? У меня робот с одним глазом. А, тоже неплохой, у него турели есть, которые устанавливаются, они стреляют. Я знаю, я же за него играть люблю. Мне тоже нравился этот робот. 60 FPS, отлично. Хотя бы не 20. Так. Призрак. Джек! Да? Там Джек Траппер есть и Джек Робот. Так, битва. А, битва? А! Ну да, это у нас же охота. Нет, это не охота, это... Аркада. Что-то у меня немного подлагивает игра. Надеюсь, это не отразится на игре. Так.
Огонь по цели! Установление... Получай гранату! Ах ты ж, ты меня выкинул со с поля! Ой, извини. Ты меня с поля выкинул? Где там? Там... Где? Блин, я переместился за другого персонажа. Да, там можно ботами перемещаться. Да я знаю, я не хочу за штурмовика сейчас играть. Я хочу обратно к роботу, а я не помню, какая кнопка возвращает меня к своему. 8. Ой, я вернулся. На тебе. Тебе не жить долго, понял, тварь? Да, я слегка разучился играть. Я тебе ракет дал, вот. Турели. Оборона. А ну отпустил меня. Я тебе не еда. Извини. Я его оживить хотел, гад. Ладно, можешь оживить. А уже никак, ё-моё. А ну отстал от трапера. Извини. Он мой друг. Ладно, ты я возьму убить Хайда. Самого себя. Возьму Хайда. Пошёл вон от него. Все они мои друзья, а ты никто. Я воплощение чистого зла. Так, какой чистое ты зло. Какой ты из двух джеков, я не знаю, правда. Я тебя не вижу даже. А я Хайдер занимаюсь. Что? А ну отстал от него. Пошел вон. Так, ладно, ладно, можешь. Не трогай его. Ладно, даю победить один раз. Я а добрый. Все, иди нафиг. Я тебя сейчас застрелю просто нафиг. Ладно, застреливай. Ну а сейчас я подожди, я оживлю-то чувака. Где ты? Я тут добил одного типа. Ладно, будем считать. Давай, добивай уже толку. Все равно я хотел в охоту, а это... Тебя ракетами добьют, понял? Да. А в сути выиграли. Ладно, я все равно хотел в охоту, это какой-то ПВП. Давай, готов. Я готов. Так, способности. Ледниковый пляж, следующая карта. Да, вот это интересное. Так. Медик что-то готов не поставил галочку. Честно. Битва номер 2. Так. Внимание. Еще этот курсор мешает. Это ошибка, и курсор вылезает прямо. Вот ты, я так и нашел тебя, понял? А я хватаю... Ой. А ну, отстало. Я сейчас турели так поставлю, чтобы на тебя, блин, сразу на тебя атаковали. Привидели. Жалко, что они только 8 урона наносят. Подписчики по-любому не разбирают, что у нас тут с тобой творится такое. Одни взрывы только. Так, это... Я почти его оживил. Лучше этот уровень выиграю я. Уйди отсюда. Да ты меня разозлил, чувак. Отстал от моего союзника. Ты меня не убьешь, понял? Считай уже. А ну отпустил меня! Как ты... Подожди, я поменялся опять! А... Да хватит меня менять уже! А, ладно, как хочешь. Иди от меня! Я сейчас... Ой! Вот сейчас вернется моя способность к регенерации, я тебя убью, понял? Ладно, я поймаю медика! Седа, где медик? Он что, слился? Да блин, хватит меня менять персонажем. Почему я меняюсь? Верни меня обратно. Верни меня обратно к персонажу. Там кнопка есть. Надо выбирать. Я знаю.
Уйди! Пошел вон отсюда! Так, где другой персонаж? Да иди ты! Стоп, ты последний? Пошел вон! Это я! Ушел отсюда! Ушел! Теперь моя очередь побеждать! Нет, иди нафиг! Ты твоя очередь побеждать! Да тебе 2 хп осталось! Ушел от меня! Нет, нет! Не бойся, последняя битва выиграть дам. Не надо мне помогать. Надо честно играть. Хорошо, я буду честен. Не, ну реально, почему медик был далеко? Я только перехожу за него, он оказывается далеко и стоит просто. Это бот. Ну да. Знаешь, вот в чем проблема. Тяжело, когда бот только помощник. Финальная битва. Почему финальная? Что, у нас до 3, что ли? Да, до 3. А ну где ты? Так. Появился. Я вас появился, вижу. Где ты? А ты где? Ах ты ж, вот ты где. А ну на выход. Сейчас я буду умнее поступать. Умнее, да? Умнее он тут у меня, да? Пошел вон от меня. Ой. Умнее он тут у меня нашелся тут. А ну вылез из тумана. Почему здесь туман? Туман? А. Где ты? Наверное, это эффект. Я еще с другой стороны карты вроде бы. Пошел вон от друга. Этот привет. Так. Друга оживили. Ушел от медика! Все, номер 2. Пошел вон от медика! А ты тварь не даешь мне вылечить его. Не трогай меня! Я почти его поднял! Почти! Вот именно! Поднял! Отпустил его! Я чувствую, сейчас ты не выиграешь. Минус один. Эй, а меня-то зачем взял? Да ты задолбал! Отстань! Хватит меня в листву кидать! Минус один! Так! Ушел от него! Сейчас ты проиграешь, ты не выиграешь по-любому. Ну, ладно, признаю, но никто не говорил, что нельзя попытаться. Блин, я упал! Сейчас. А, меняй меня! Меняй! Да толку я уже стал. Победа! Я последний момент за штурмовика взял. Так, все, ну как убрать этот курсор во время геймплея? Я знаю, он во время меню, но. Алло? Я слышу тебя. Мне просто весело. Так. Победа была за нами. Так. Честно, можно тут курсор как-нибудь убрать? Не знаю. Теперь меняй персонажа, я хочу за монстра. Сейчас охота, может, она... Да, нет разницы. Охота, не охота. Сейчас. Главное... А! Вот, сейчас... А ну, так, да. Опять ошибка. Что давай не я тебя приглашу. Что они с охотой сделали? Не знаю. Ребята, ну вы же рады? Мы одолели этого монстра. Меняй персонажа. Сейчас. Так. Отключено в охоте бета. Серьезно, почему монстр отключен? Я не знаю, я не могу ладно. Теперь монстром стать. Я тоже, ладно, я возьму там поддержку. Придет. Поддержка моя, не трогать. Ладно,
А не, хотя я... Ладно, я медиком. Я медиком буду. Что-то мы с тобой думаем одинаково. Вот. Медик, медик. Медик мой. Фу, поймал. Я поддержку схватил. Траппер. А что, двое штурмовиком хотят быть? А, похоже. Возьмите траппера. Хотя бы не умный, возьми. Вот хотя вот этот, который без звания, без ничего, пускай он траппера возьмет. Вот я не знаю, этот Ренат. Во, траппер. Он на уступки пошел. На уступки пошел, чувак. Так, ну чё? Ну, другой раз как-нибудь монстра сыграем. Ага. Можно монстра там в отдельный... А вот. Так. Чё? Вот. Чё? Он монстром стал! Этот аноним! Да, пипец. Ладно, вот эта карточка вроде бы нормальная. Да, наверное. Тут главное выиграть. Все-таки мы не знаем, кем он станет, пока не покажет сам. Так. Я с ним буду. Я медик, я с ним. Я Кэллу возьму. Она телепортироваться умеет. Да я понял. Я-то знаю. Не знаю, что мне из золотого взять. Ну, я все. Тоже. Да, она у меня мало прокачана, я вообще монстров только качаю. Осталось только двоих подождать, и все, у нас начнется жесткая битва. Кстати, слушай, после этой катки надо будет проверить, хорошо ли запись пошла или плохо. Да. А то вдруг какая-то неполадка опять будет, и надо в настройках копаться. Нет, неполадки не должны, я все настроил. Ну, я тоже все настроил, но... Бегемот-ледник, самый... сильный персонаж. Смотрел обзор от Кэшела. Короче, он бегемотом ледниковым всех уделал. Ну да, я знаю. Хорошо, что у меня персонаж телепортирующийся. А у тебя есть персонаж ледник? Да, у меня все монстры открыты. Ну так 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 так. Если честно сказать, у моего персонажа можно было вот вместо этой мухи, которая лечит, все-таки что-то другое поставить, потому что это, смотри, это не вариант. Если мой союзник получил урон, он летит, конечно, к нему и восстанавливает ему здоровье, но если он опять получит урон, то жучок уничтожается. В этом нет смысла, как бы. Вроде бы да. Так. Охотники. Могли бы сделать так, что он в любом случае будет у персонажа. Даже при получении урона. Так. Так, серьезно, этот курсор тут же. Сейчас можно как-нибудь его настроить? Я не знаю, что ты видишь, у меня все нормально. Просто у меня курсор вылезает. Ну чё, давай посмотрим, как мы в командной работе. Ага. Серьезно, как? Ладно. Этот курсор будет маячить, но я постараюсь не обращать на него внимания. Да, ничего. Полетели. Так, ты где? А я вверх включу. Я его вижу. Я его пометил. Мне нужно все. Так, ты знал, что он здесь. Я вот он. Его. Чего? Монстр закрыл. Чё за? Чё так быстро? Я только его дошел, по нему стрелять начал. Вот это победа! Монстр просто из игры выйти. Я пипец, его такое, знаешь, при вкушении включаю, чтобы его загнать в угол, стреляю по нему, он покидает. Зато я уровень поднял. И получил награду. Я тоже поднял уровень. Так, ну что, видимо, мы в той же команде остаемся, я из-за медиков все еще. Нет, вроде у монстра тут можно включать, вот. Может, случайную роль надо поставить? Сейчас пока почитаю на телефоне. А если роль не выбирать, ну-ка посмотрим.
то ты в любом случае будешь за того, который остался. То есть игра автоматически тебе даст ту роль, которая осталась свободной. Понимаешь? Ну, сейчас посмотрим. Ты в любом случае, наверное, поддержкой станешь. Скорее всего, да. Так, ваша... Вы из вашей команды были исключены из очереди подбора игроков. Ты чё наделал? Так, понятно. Значит, монстром стать... Не судьба. Не судьба. А, стой, вроде бы я понял. Монстром становится только тот, который отдельно идет. Он подсоединяется к команде. То есть монстром нельзя стать, если ты приглашаешь. Я тебя кого-то. Поздравляю, тебе просят... Возьми траппера. Хорошо, возьму траппера. Пускай кто-нибудь возьмет штурмовика, я за медиком останусь. Даже если мне вот тут будут угрожать и говорить, медика не брать. Медик мой, понял? Чё тут творится? Ах ты ж гад, он медика забрал. Ладно, я траппера. Гадина, я этого персонажа теперь, ну вот этого игрока ненавижу. Так, я пока почитаю, почему курсор не пропадает на телефоне. Ай, ты читай, я так ненавижу за штурмовика играть. У меня только один персонаж из него открыт. Опять все пропали. Ну, а, все на месте. Это... Monster losing my religion. Рэм сакс. Да я вижу, как бы, не надо перечислять. Это всегда так. То есть мы собрались, выбрали, за кого играем. Потом убираются все, и потом опять возвращаемся. Мы же карту выбираем как бы. Так. Как не хочу играть за этого персонажа. Мне вот этот Ленокс, очень смешной персонаж. Там женщина в большом толстом костюме. А. Это кто? Ленокс. Ее имя такое, Ленокс. Ленокс. А, да, вспомнил. Бабулька такая. Да, в большом толстом костюме. А у нас с тобой, кстати, одинаковые, эти как... Что? Ну, как вот эти, вот у наших персонажей эти... Значки? Одинаковые, да. Одинаковые. Ты что выбирал? Я выбрал регенерацию, я... Вот эту... Так, что-то я случайно... Я поглощение урона выбрал, там, скорость и электрического гриффина. Он умеет монстров задерживать, и у него всякие там примочки есть, вроде... Как маяк есть у него. Не, я говорю про способности, да. Которые три, там, которые выбираешь. Регенерацию, там, прыжок, да. Сильный удар. И третье, что-то забыл. Ну чё, здорово! А прикинь, он тоже вылетит. Ага. Хэнка взял какой-то новичок. Во. Вот, лазерная буря у этого, у Гриффина. Последний захват. Звуковое копье, планетарное. Да сыра. Я знаю, мне не надо перечислять. Вот эта граната, которая у моего персонажа, не очень сильно помогает. А-а-а. Слишком слабый урон наносит. И то быстро кончается действие. Эта граната помогает только в том случае, если на тебя напали, ну, большие кучи зверей, которые... Тебе надо перезарядиться, а ты гранату кинул, все, они уже мертвы. Тебе мешать не будут. Так, тогда, наверное, вот это и последний игру, потому что... Меня... Да, надо... И мы посмотрим, вышло ли хорошо или плохо. А то моя сестра в 15 часов вроде приходит. Мне тоже хочется компьютер, ей тоже, да? Ага. Центр про... Я это видео по-любому монтировать буду. Ну, у меня сразу через бандикам все и звук. Ну, правда, его надо пережать, чтобы звук. О, серия из 10 побед. Я ее вижу. Придется не сладко. Зато у тебя... У меня серия 3 побед. Ну, одна не считается, потому что... Когда я был подростком... Одна не считается, ты как бы сам первый подался, во второй сам проиграл. Сам виноват, я тебя не просил поддаваться. Что, даже опаснее тиранозавра Ориона? По сравнению с этим, то был мультик.
Ребята, ну что? Посмотрим, как мы с моим другом выживем против монстра, который 10 побед ледниковый там. Ледниковый бегемот. Бегемот, да, ледниковый. Так. Я вижу дорогу. Я вижу дорогу, куда он шел. О, вроде бы курсор пропал. Ух, круто. Так. Я хочу на перерез ему пойти. Отлично, бегу. Ох, наконец-то глюк с курсором исправился, а то... Я пока что не вижу. Честно сказать, я даже не знаю, правильно ли я иду или плохо. А, стоп, планетарный сканер у меня же есть, я забыл. Я нашел, где он был. А я его обнаружил. На да? юг. Где он? На юг, вроде бы. Да я иду туда. Я как раз по его следам-то иду. Так, я вижу, ты на обход, на перерез решил пойти, да? Да, лучше да. Я к тебе сейчас тогда доберусь. Я пока что его не вижу. Так, всяких. Обнаружен? Нет, я мелкого убью, чтобы у него еды не было. Блин, я только спустился, а следы появились в этот момент. Еще один планетарный сканер. Он по кругу идет, это понятно. Так, растение людоед, я уничтожил. Бегемот, он не идет, он катится, как колобок. Ну, я знаю. Просто мне так легче говорить. Так, лечу. Так, почему я такой медленный персонаж? Не знаю. Я вообще жаробас, ё-моё, и я еще должен быть медлее. Так, я следы его потерял, а нет, обнаружил. Я все еще иду пока что. Меня той мелочи. Я пойду. Ой, на меня крыса напала. Ох, меня спасли. У нас проблема. Монстр эволюционировал, мы не знаем, где он еще. Он в пещере. Так, ребята, я взял какую-то фигню. Не успел прочитать. Бонус к прыжку. Я взял. Маскировка активна. Так, он где-то тут. Так. О, вы обнаружили его, я лечу к вам. Держитесь. Продержитесь, ребята. Ой, нет, он меня сейчас задавит. Держись, я тебе иду. Иду на помощь. Он гигантский. Где он? Он тут я меня убил. А вот он. Получи огня за друга. Крыс самый мощный монстр. Да, он мощный очень сильно. Получи! За друга! Только я тут сдох, как говорится. Ну да, ну потому что у тебя в угол зажало, мы к нему подобраться не можем-то. Катится, катится. Подкрепление на подходе. А, да, боты! А, или стоп, он или меня восстановил. Я тебя исцелил! Я его поджигаю и в то же время получаю очень сильный урон тем, что он бьет и катится. Минус один. Ах, блин, на меня решил перейти. Почему он не сваливает? Вторая эволюция, но он обязан свалить от меня. Он что, решил сразу сюда делать? Похоже, да. Я не успел спасти союзника. Надо валить мне! Мне валить надо! Так. Нет, он меня сейчас прибьет. Я лучше валю. Я лучше валю, чтобы через одну минуту... И меня прибили. Я обязан свалить, чтобы... Нет, ничего, я... Обычно персонажи воскрешаются там, с корабля. Он едет за мной. Так. Я пытаюсь продержаться, чтобы через 51 секунду вы появились. Через минуту, вообще. А, ну да, через 51 секунду. Через 43. 42. Я надеюсь, он до сюда пока что не дойдет. За это время он уже эволюционирует, наверняка. Но по-любому. Он же вас хавает, по-любому. Так, и опять появился этот курсор. Да ладно, пофигу на курсор.
Я так думаю, он сразу решил нас всех убить. Если бы я не ушел, мы бы уже все сдохли. Ребята, видите, какая жесткая битва? Я его слышу. А, нет, там другой монстр орёт. 12, 10, 9. Подкрепление на подходе. Отлично. Он далеко. А, хотя нет. А вот, вот а только нет, проблема, тут, я вот не летит. Знаю, куда он... Кораблик. Ваш Лазарус вернулся. Куда он ушел, вопрос только. Я только не знаю, куда он ушел. Я не знаю, куда сейчас мне идти. Сейчас я обнаружу. Давай. Туда. Видишь его следы? Я его куда? На сканере вижу. На юг, на север, запад. Куда? Ой, на запад. Пошли. Растение людоед уничтожено. Так, установим сенсоры. Не помню для чего. О, он уже на третьем уровне. Это совсем хреново. Вот именно. Ах ты ж. Реле в опасности. Что, будем защищать реле или идем в атаку против него? Какая разница? Он и так на реле идет. Все одинаково. Что защищать реле, что. Вот он! Так. Я его вижу, я его стреляю по нему. Поймали? Где он? Я его поймал, он тут у меня. А, он тут. Он подо мной, он поднимается ко мне. А мы бежим. Бегите, он ко мне идет. Я, ну вот, я еще... Броня кончается. А я застрял, тут у меня баг. Быстрее! Быстрее! Все, все. Я на грани. Он здесь у меня. Во, наконец-то вы пришли. Я тут еле выжил. Опять тебя зажали, что ли? Нет. А, другого. Как да. Мы выживем против такого монстра, если, блин, мы даже не можем продержаться? Сейчас мне... О. Почему вы в угол заходите? Почему вы не становитесь подальше? Нет, вам в угол надо идти именно, да? Чё? Он меня с одного удара убил, в смысле? Да вы чё, серьезно, я опять один остался? А, нет, там еще один дохлый валяется. Я его спасать не собираюсь, я умру. Да, понятно, что этот тип уже всех это побил. У него 11-я победа будет. А, я думаю, я сюда залезть могу. Он сейчас уничтожит реле и все. Реле атаковано. Ну блин, я, он сильный, я уже против него играл, он по-любому уничтожит ее. Я даже долететь не успею до туда. Какой же самый мощный монстр? Зачем разрабы вообще такого добавили? Да, почему релес, блин, с пару ударов уничтожает? И... Понятно. Не могли сделать так, чтобы релес он тоже одинаково уничтожал, как и все остальные монстры? Слабо. Нет, конечно, надо сильно. Ведь это Turtle Rock Studios. Ну да. Ладно, ну чё, ребята, давайте на этом закончим. Битва была жесткая. Да. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Пока.